Меня зовут Марго, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу снять влог, что я буду делать целый день и все такое. Если вам интересно, оставайтесь. Так как мы вчера вечером гуляли... Сегодня надо будет провести день более. Сейчас я, наверное, пойду собираться и буду идти по магазинам. Да, у меня скоро день рождения, мне нужно себе что-нибудь выбрать прикольненькое. Ребятки, я уже собралась и буду идти в Индиго, покушаю. И буду идти в Пассаж, скорее всего, по магазинчикам. Вот, вот так вот. Я у нас Одета. И сегодня почему-то очень прохладно. Если вчера я была в летнем платье, то сегодня... Надо уже одеваться более тепло. Я уже возле Пассажа, к моему сожалению, или может даже к счастью, Диор закрыт. Ну, не совсем в Пассаже, короче, по магазинчикам тут бегаю. Сейчас меня собьет машина, будет вообще прекрасно. Но почему-то нас в Киеве люди смотрят как на идиотку, если ты снимаешь видосики. В часы даже заходить не буду, потому что это мои очень большие проблемы с часами. Я их очень люблю. И будет ужасно, если я... Роликс это такое, знаете, для меня чудеса чудесные. Просто как-то это очень дорого, нет? Ну не знаю, серьезно. Часы могут стоить где-то 200 тысяч, 300. И ты такой... Что ты кажется такое? Почему-то я... Почему? Филипп Лайн, пошла. Для мамы. Я пока эти серые сапоги одела, я думала, блин, все, я умираю. Я думаю, короче, боже, мне дали не тут мне надо сюда зайти. Сейчас потом зайду. Короче, я вообще в шоке такая. Иду, короче, себе такая одеваю, мне дали 38-й. Кроме того, что у меня маленький размер, у меня 39-й. Они еще и по ногам не налазят. Это, короче, очень жирная, походу. Какая-то жопа, я их еле сняла вообще. Это, ребята, там ужас. Сейчас эту Бёрбери гляну. Серьезно, ребята, если я сейчас в те собаки не влезу, это будет просто капец. Я хочу себе еще шарфик. Тут нельзя громко говорить. Так. Такие у нас еще есть. Угу. То, что я поняла на все 100%, то, что обувь это прекрасно. Это замечательно. Ладно, давайте. Угу. Вы знаете, я бы сейчас зашла там в Бали, везде позаходила. Но я поняла, что я хочу серые. Серьезно, я поняла, что мне нужны сапоги. Почему, кстати, смотрю только сапоги? Потому что мне нужны сапоги и... Да. Вот, блин, вот знаете, что мне прет вот в таких магазинах Пассажа? Потому что ты ходишь, и все такие, типа, привет, здрасте, как у вас дела, хорошего дня, откроют вам дверьки. Замечательные, красивые вообще магазинчики, которые такие вау-вау-вау. И ты только приходишь, и тебе так кайфово. И у меня аж-то прям настроение не было, и вот он зайду. Louis Vuitton не потеряется, нет. Блин, и Gucci зайду, по-любому. Блин, люблю, короче, это все дело. Боже, какие красивые. Я влюбилась. Какие вы на чудесные. Больше меньше не нужно. Вообще не надо. Так, все, я передумала. Ребята, короче, все, я хочу эти синие сапоги из питона. И да, больше заходить в магазины не буду, потому что я уже начинаю ходить все эти пары. Но я так подумала, что все сапоги мне очень даже идут и... Наверное, надо брать все, да, денег нету на все. Ну, это же, блядь, надо быть не знаю кем для того, чтобы купить за один день сапоги. Это, наверное, будет где-то в 1300, я не знаю во сколько вообще. Короче, я себе выбрала сапожки. Осталось только молить Бога, чтобы папа мне их купил. Потому что, честно, это я бы не купила. Но это, типа, дорого. Реально, это дорого, ребят. Короче. Я сейчас иду, я иду в метро. То есть после Пассажа нормальные люди идут в метро. Потому что мне надо идти в Зуму. Еще мне надо найти обменник. И может вообще просто пройтись, и никакого метро, и не париться. Почему они все так пялятся? Я что, странная какая-то? Короче, я сейчас буду идти к Лозинской, в Зуму. Мы там посидим, побазарим, все такое. А потом я хочу пойти в кино на перевозчика. Вот, что-то наследие или еще какая-то фигня, не знаю, что-то все уже ходили, я одна не ходила, нечестно как. Вот, в Гулливер. Поэтому пока я гуляю, буду слушать. Я решила купить себе кукурузку. По дороге. Да, они перевозчик. Я уже в Зуме встретилась с Алинкой.
Вот, я заказала себе пуэрчик, это мой любимый чай. А ты себе что заказала? Смузи. Что ты хочешь? Стажёр или переводчик? Блин, мне стажёр больше нравится, потому что это комедия, понимаешь? Это хоть что-то такое путевое. Хорошо, понимаю, что ты хочешь. Надо узнать, когда он идет. В 17:10. Это в тут. Не в Дримтауне. Хорошо, все, в 17:10. Нормально. Говори что-нибудь. Смотри. Я говорю, мы спешим, блядь, вообще-то. Ладно, мы в кино. Пока. Мы вышли с кино, фильм шел 2.5 часа. Мне понравилось, тебе понравилось? Да, да, да. Крутой фильм. Я думала, какая-то херня будет вообще. Не знаю, думала, куда меня Алина потянула. А потом такая, бля, херня. Реально. Офигенно. Мне нравится. Как я уже говорила, преступник всегда возвращается на место преступления. И опять Мандига и, собственно, тут моя зайка. Вот. Вот, там еще сидит моя мама, и надо с ней тоже встретиться, надо к ней подойти. Я думаю, что да, видео уже подойдет к концу. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.